Всем, ребят, привет! Сегодня у нас довольно-таки неприятная тема для общения и для разговора. Сегодня будет именно о неприятной, наболевшей теме, именно о подлости человеческой сущности. У каждого из нас есть любимые блогеры, кладоискатели, в том числе и у меня. Но многие о них не знают совсем ничего. Корысть и алчность в нынешнее время преобладает. В том числе это касается, конечно же, и раскрученных топовых блогеров. Они просто зазвездились и занимаются просто фуфлыжными темами. Занимаются подбросом фальшивых находок, громкие кричащие названия под видео для привлечения аудитории и, конечно же, заработка. А на самом деле сюжет оказывается полное фуфло. Но когда обманывают подписчиков и кидают на деньги, это уже перебор, это подло. Этой истории уже 2 года, но лишь сегодня мне разрешили ее афишировать. Мне очень трудно было сдерживаться и эту тайну держать в секрете об этом человеке. Этого человека вы все знаете, он очень публичная личность, очень продвинутый блогер, кладоискатель. Но очень было трудно сдерживаться, когда налево и направо он всех хуесосил. Всех неугодных он просто-напросто банил, удалял ненужную критику под видео. Все, кто говорил ему правду в глаза, он просто-напросто вносил в список, в том числе и меня тоже. Я нахожусь в черном списке, и общаться я с ним не могу. Да и, в принципе, не хочу. После того, как из его уст излилась неприятная информация, то, что все начинающие кладоискатели, блогеры, просто-напросто говноблогеры, асичники и, в общем, может быть, если любопытно, если я найду фрагмент именно из этого сюжета, постараюсь найти, я вам прикреплю и, надеюсь, вы поймете, о чем я имею в виду. Сказано, сделано, но открывали блогов там, говноблогов своих. Денег не вложили в них, нисколько, ни копейки, ходят с аськами там, да? Речь, ребята, идет о Диме Мусыхине. Да-да, многие, возможно, и догадались. Все уважаемые блогеры-кладоискатели, они о нем знают. И я думаю, 100%, ну 99,8% уважаемый кладоискатель уже такого блогера не смотрит. Потому что он неадекватен, агрессивен. Неприятная просто личность. Конечно же, большая часть аудитории — это обычные смертные люди, которым нравится посмотреть, послушать смазливое личико. Как мне говорят, у него контент четкий. Не спорю, да, у него все добротно, качество изображения картинки. Но, как вы знаете, наш Дима с недавних пор занимается подбросом находок, фуфлыжные клады. Да что далеко ходить, напарника он тоже кинул, серьезно кинул. И Коля Чемпион с таким больше даже и не хочет больше общаться. Коля Чемпион, грубо говоря, полдела сделал на раскрутку его канала, но пустили его по бороде, и не просто по бороде, отобрали у него все, что было подарено. Это тоже считаю подло. Очень жадный чувак. Вот сидит слева у меня. А хер знает, где ты сейчас найдешь. Камера за 28 тысяч у меня. Прибор за 30 тысяч. Это камера 20. Очень жадный чувак. На Алиэкспресс найдешь. Пишут. Ха, жадный. Но подлость еще заключается в том, что Дима не сам их забрал, а отправил девочек, чтобы девочки забрали все подаренное. Тоже подло. Ну и в кругу Димы также имеется Олег Кошевой, всеми известный блогер, который был именно под началом Мусыхина, который помогал развиваться, причем не безвозмездно, за деньги. Это тема такая уже прошлого века, наверное, стрим. Теперь надо что-то новое придумывать. Помнишь, мы начинали, не было вообще стримов. Только у этих угровые стримы были. Мясо горит. Этот человек, Олег Кошевой, тоже та еще штучка.
Очень много информации, которую я знаю о нем. Вроде миленький, толстенький очкарик, который, в принципе, занимается, в принципе, копает. Подбросом монет я не знаю, я его как бы не увлечил за этим. Но попугай попка, он еще тот. Флудит, ребята. Да-да, что и Мусыхин тоже флудил на моих каналах. Есть такая информация, скриншоты есть, где флуд был замечен. Ну и Кошевой тоже постоянно у него как на побегушках. В общем, информация неприятная. Ребят, я не удивлюсь, что под этим видео очень будет много желчи, очень неприятных комментариев в мой адрес и большое количество дизлайков. Вы должны понять, эти дизлайки, конечно, будут именно от тех людей, прихвостни Мусыхина и Кошевого. Это всем понятно. Будет очень много дизлайков. Но это видео должны увидеть люди и понять, что на самом деле внутри у этого человека. Гниловатый он человек. Хоть и внешне, может быть, и кому-то он люб, дорог. А внутри полное говно. Если духом ты слаб и безмерно собою горишься, если славы добиться любыми путями стремишься, знай, беде и в нужде ты с обманом с ложью смиришься, и под натиском силы ты воли чужой покоришься. Если веры ты слаб и моля к небесам не взываешь, если искренне каясь пред Господом стан не склоняя, знай, бесценные годы свои ты напрасно теряешь, и в мирской суете смысла жизни своей не познаешь. Жизни будь лишь один срок земной незаметно промчится, каждый должен оставить свой след и чего-то добиться. Что ж ты, фраер, встал назад? Не по масти ли я тебе, ты смотри в мои глаза. Я тебе верил, а ты меня обманул. Мы же не даже животное, а существо. Маленьких денег обманывать нельзя. Пацан сказал, пацан сделал. Или вор, авторитет, оказалось просто тварь. Муська, ты даже не животное, а существо. Дима, чё на тебя все ополчились на ютюбе? Нет, никто не ополчился. Пару пидорасов только. Ну, я же рассказывал, куча говна лежит, да, вот есть говно люди. Мои слова, ребят, это не пустой звук. Все именно есть документально зафиксировано. Имеются скриншоты с сообщениями. В общем, в принципе, это не фуфлыжное, как бы многие скажут, хайпанул на блогере. Нет, ребята. Мне такой хайп не нужен. Думаю, никому не нужен такой хайп. Мышка, ты даже не животное, а существо. Маленьких денег обмануть нельзя. Пацан сказал, пацан сделал. Как мальчишка и сказал, Данила, что, Дима, ты не животное, ты существо. Так что, ребята, не будьте такими животными, существами, будьте людьми порядочными. А для тебя, Дим, хочу дать совет. Изменись, пожалуйста, иначе отвернутся от тебя последние подписчики. Говорят, что у тебя очень много накрученных подписчиков, накрученных просмотров. Правда, нет, но так оно скоро, наверное, и будет. Смотреть тебя никто не будет из-за того, что ты такая подлая сущность, гниловатая. YouTube только на этом тебя должен забанить за то, что ты являешься обманщиком и мошенником. На этом, ребят, я и закончу свой небольшой вот такой вот очерк, довольно-таки неприятный, но эта информация должна дойти до вас, именно до самого мозга. Потому что есть гнилые люди, есть.
Данный человек все, что делает, ради наживы. Он за обучающие пособия берет деньги, чтобы поставить под каким-то видео лайк, комментарий, он за это берет деньги. У него на все есть прайс-лист. Даже на совместные копы с комрадами, с подписчиками, он также берет деньги, а деньги не маленькие. Так что, ребята, сущность данного человека не особо приятная. Но ладно, на этом, ребята, и все. Всем пока, до новых встреч на копе.